Приветствую вас. Давайте мы с вами разберем ваш вопрос. Это паническая атака. До сих пор в шоковом состоянии. Не знаю, как из этого выйти. Я поссорилась с парнем по телефону, мне пишет сообщение, не хочешь, не надо, удачи. Я читаю это, резко начинаю плакать, истерично, потом замираю и начинаю проговаривать, не контролируя слова «папа бросил», «папа бросил», резко забиваюсь в угол, опять-таки не контролирую. Это закрываю себя подушками и укрываю себя одеялом. Опять говорю, вы меня не обидите, все это я не контролировала, мне стало очень страшно и такого не было. Ну, собственно, что здесь? Здесь хочется сказать, что вы вот проявляете себя в отношениях с молодым человеком, возможно, как женщины, вот, а вероятно, вы в отношениях с молодым человеком больше проявляете себя как ребенок, вот, который, собственно говоря, ищет или нуждается в отце. Из-за этого, кстати говоря, у вас могут и вот не складываться отношения, кстати говоря, с мужчиной. Вот, по этой причине, вот. Поэтому тут вот самым лучшим способом, на мой взгляд, самым лучшим решением будет начать с проживания травмы того, что вас бросил папа. Вот. Эту травму вы до сих пор, судя по тому, что я вижу, до сих пор вы ее проживаете, до сих пор она вас беспокоит. До сих пор она вас тревожит, эта травма, вот, судя по тому, что мы видим. Вот, и, значит, если вы на какое-то время про нее забыли, да, если на какое-то время вы об этом не думали, то это вот дало себе знать. Вот, то есть ваши какие-то негативные эмоции, ваша боль, вот, боль именно из детства. Не прошитая, вот, проявляется в таких, собственно, эпизодах, вот. Ну, что, самых неожиданных эпизодах проявляется, вот, к сожалению. То есть, ну да, вот. Так. Вот. Поэтому вам нужно выбрать себе психолога, поработать с детскими травмами, которые, судя по тому, что мы можем видеть, достаточно сильно влияют на вашу жизнь. И я думаю, что все будет нормально. Вот, с тем только нюансом, что, возможно, парень, с которым вы общаетесь сейчас, вот он вам вполне вероятно станет неинтересен, ну, вообще.
То есть такое очень может быть. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой и сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Вам я желаю всего самого доброго.